Мои хорошие, всем привет! Я начинаю свой новый влог. Это, возможно, будет маленький влог, но я сейчас нахожусь не в своей квартире. Здесь другой такой вот ремонт, такой интересный интерьер. Он очень-очень красивый. Я приехала к подружке на квартиру. Это съемная, если что, квартира, то есть не ее. Суть в том, что она только сегодня сюда приехала. Она теперь будет жить в моем городе, ребята. Кто-то хотя бы кто-нибудь приехал в мой город. Я еще кольцевую лампу. Человек только что как бы это, ну, переехала. Она вот сколько часов назад? Ну, 5 часов назад она приехала. Это все ее вещи. Хозяйка сказала, что это очень много. Ребят, ну это вообще немного. Здесь очень классный интерьер, если честно. Я не помню, как он, скандинавский, что ли, стиль. А, кстати, это, как сказать, гостиная. Алиса не против, что я снимаю. Она сказала, снимаем шок-контент, я снимаю. Вот такая квартира. Здесь, короче, единственное, что мне не нравится, это очень большая слышимость. Все остальное прикольно. Очень много всего. Вот это Алисина. А стульчик маленький, это тоже твой? Это только твой стол здесь, да, получается? Короче, здесь хозяйка квартиры этой, она оставила практически все. То есть коробки это Алисы, вот этот столик беленький это Нейл, чтобы маникюрчики делать, это Алисы. И получается, что здесь еще твое? Вот это зеркало? Да, зеркало и стол. Медведь? Коробки? И, пожалуй, наверное, это все, да? Ты больше ничего с собой такого не привозила же? А, еще на кухне, вот это, кстати, туалет с ванной, очень красивый. Так, как бы это заснять? Я просто вот как есть, так и приехала. Я не накрашена, у меня только брови накрашены, я волосы толком вчера мыла, но сегодня они уже выглядят, как будто я их не мыла. Короче, я просто приехала, потому что я очень рада была, когда вчера Алиса сказала, что она едет в мой город. Вот скажите, это разве много коробок? Я удивлена до сих пор, что хозяйка сказала, что это очень много коробок. Ребят, она, блин, живет не одна. Ну, сейчас она одна, но... Кстати, не так много косметоса. Да, это миниатюрно по сравнению с набором для ногтей. Слушай, там такая коробка, сейчас покажу вам, просто чтобы вы понимали. Там вот такая... Вот эта коробка как бы, ну, все такое уходовое. И вот это нейл-коробка, где-то она здесь была, во. Вот это все, это нейл. Это, я так понимаю, все в одну коробку ты положила, да? Вот. Я слышу, как там, короче, здесь на этаже большинство это именно с детьми. Ипотеку, короче, берут и живут здесь с детьми, с маленькими. Кухня просто бомба, ребят. Мы чай попили, мне Алиса вот такую штучку. Я ей конфетки подарила, а она мне вот такую штучку, я ее уже поела, поэтому она выглядит не очень, но я доем дома. Погнали, короче, к ней. Вообще-то я приехала человеку помогать, но она сказала, что будем снимать шок-контент, все, я приехала. Я уже здесь, я уже буквально через несколько часов приняла решение к ней приехать. Вот здесь, кстати, более прохладно, чем в... Там, здесь короче. Нет, по-моему. А, здесь нету... Она не сильная. Ты знаешь, как регулировать? Нет? Да. А, ну не работает. Обогреватель. Не, вот, очень, вот здесь намного комфортнее, чем там. Согласна. Здесь поле, ребят, это поле. Ну, вообще-то это лес, но я называю это поле. Так, офигенное зеркало, пока есть возможность, снимаемся. Кстати, это подарок с Шейном дали. Да, я поняла, что это Шейн. Они там за какую-то сумму дают подарки. Я даже не помнила, типа, на что я заказала. Я думала, она будет, знаешь, типа, вот такая какая-то. Прикольненько. А, это типа... А, она бархатная. Ну, типа, бархатная. Что-то Зарус, такое. Что-то такое, да. О, парфумчики. Парфум? Парфум. Мне от Зары очень нравится. Вот эти вообще не стоят. Я Зару никогда не нюхала. У меня Лакост были. Они, ну, поначалу мне нравились, но они такие тяжелые. Итак... Локацию меняем. Мне дали понюхать какой-то парфум. Это Lacoste. Я не знаю, что за модель у него. Я так, очень-очень похоже на розовый. У меня раньше были Lacoste. Розовый офигенный. Розовые. Вот у меня были, но потом я поняла, что они для меня очень тяжелые. Они, в принципе, приятно пахнут, но очень, но они похожи. Тяжеловато немного. Это типа одинаковые, да? Да, я случайно. Я пожалела. А как Зара пахнет? Можно понюхать? Да, конечно. Фига себе, какие тяжелые. Это заровские какие-то... Это, ну, может, туалетная типа вода? Нет? Я не знаю, наверное, туалетная. Тяжеловатый для меня аромат. Я вот тяжелый аромат и сразу чувствую, что... Так, а что крошечка? Она сломана. Нормально? Это было последнее. Я думала, боже, я что сломала? Не, не, сломала. Короче, косметоса у Алисы много. Ну, по сравнению со мной, которая не красится. Ну, брови накрасила. Слушай, не крашусь, я просто покупаю. Я просто смотрю. У нее вот такая... Извиняюсь, я возьму, осторожно. Она нифига себе какая тяжелая. Beauty Way только что заметил. У Даши Каплан, возможно, ты знаешь. Да, у нее, по-моему, была, да. Это просто пушка, она очень тяжелая. И посмотрите, какие цвета.
Офигеть. Ты на картинке мне, помню, присылала, но в жизни это... Они очень пигментированные, я видела, но я такими никогда не... Я покупала как-то тени яркие, в итоге ими один раз воспользовалась, и все. Слушай, мне кажется, парфюм вообще сюда можно будет поставить, чтобы не париться. Там, по-моему, градусник. Ну, не градусник, а измерение температуры и время. Это будильник. Я не знаю, я не буду его трогать, чтобы у меня в 3 утра потом не будет. Здесь просто очень красиво, я очень сильно рада, я очень сильно рада. Так, давай для обложки. Так. Давай скольцевой, может, потом сфоткаем. Давай, да, нужно для обложки. Сейчас я разберу коробку. Широкоуголки нет, поэтому снимаем так. Ну, именно на фронтальке. Книжка сезона за 100 с лишним рублей, могу позволить жить. Нормально вообще. Экономим. Слышь, это доширак едим, снимаем квартиру за бешеные деньги, молодец. И даже не фоткаемся. Нормально. Не, а что, кстати, я заметила, у тебя мало фотографий на тех квартирах, где ты жила. А я всегда думаю, ну офигенно фоткаться, почему ты не фоткаешь? Слушай, а нас, нет, что ты в кроксах настоящих стоишь за бешеные деньги? Это нормально, экономим, да? Они пушистые, кстати, у него кроксы. Они зимние, у меня еще есть старые. Слушай, я не могу понять, в кроксы ходят это типа чисто для улицы или дома ходят? Типа, я для чего на улице хожу и дома. Нет, ну вообще это придумано для улицы, наверное, это предполагаю. Типа на даче чилить. Скорее всего, да. Ну просто на море. Нет понятия дача. Ну типа, понимаешь, они пушистые. Ну это зимние, варик, они внутри типа мохнатые. Они очень теплые, прикольно. Жарко прям. Я когда увидела, она еще фотки засняла, на аватарке поставила, так, по-моему, в WhatsApp, не-не-не, где-то я видела, в WhatsApp, по-моему, я увидела. А, думаешь? Короче, там у нее на главной фотографии нога с кроксами, я такая, блин, человек позволил себе кроксы, поэтому она решила их показать на аватарке, молодец. О, вот сюда кину, короче, обогреватель. Ну, короче, могу сказать... А, вот, я обогреватель, она привезла, все остальное. Это с квартиры старой, потому что на старую еще холодно. Нет, это... Ну, все равно это твое. Все остальное, это вот здесь... Кстати, вешалка тоже от нее? Да, это ее. То есть, по факту, человек может здесь заехать и уже жить. Кстати, это расчет, но в основном здесь снимают на короткие даты. Ну, типа, это максимально, что я так понимаю, было включено, да? Это максимально, да, я же просто включила все. Человек... Человек нормально позаботился и сделал на кухне освещение офигенное. То есть там реально снимать можно. А в комнате человек решил, что а нафига это делать? Типа как светло. И здесь очень темно, ребят, реально очень темно. Неплохо, да. Да. Погнали, так, сейчас, секундочку, когда разучился снимать влоги. А то мне в комментариях уже пишут, будут ли другие какие-нибудь видео. Ребят, вот шок-контент, я приехала к своей подружанке, она теперь живет в моем городе, я просто в шоке, когда вчера услышала, что она едет ко мне в город, я была в шоке, я не ожидала, потому что никто из моих друзей, кто не из моих раньше одноклассников был, извиняюсь за освещение, короче, никто не ехал в мой город, потому что это супер далеко находилось для них. Очень тяжело заехать именно сюда. Я ехала одна на такси, поэтому было довольно тяжело. А, так, если... Ну, кстати... Здесь, короче, она руку заказала. Это чтобы... О, у меня вот такие же безборсовые салфеточки розовенькие. Вот, у меня вот это были желтенькие. А, у тебя желтые были? Слушай, они у тебя очень быстро ушли, потому что ты наращивание делаешь. Так, я, значит, переместилась уже в гостиную. У нее очень, я считаю, классные работы. Она закончила нейл-школу. Я поздравляю, что хоть кто-то закончил на ее школу. Реально, у нее есть диплом, если что, реально есть диплом, я не шучу. О, у меня такой же. Слушай, я думала, у тебя другой, а у тебя такой же. Неудобный, именно помпа, но аромат вроде неплохой. Вот такой у меня. Это, как фирма-то называется? Опция. Есть у них лаки и все такое. Короче, гипоаллергенные, или что-то так называется. Я заказала. Пахнет персиком. Прикольный. Вот это тебе кто-то или ты купила? Сейчас покажу. Вот так вот называется. Вот так вот выглядит. Как тебе? Нормально или не пробовала? Нормально, она прозрачная. Ну, естественно, молочная. Ну да, она молочная. Мне очень нравится. Здесь кажется такой белый, на самом деле это молочный будет. Интересный факт. Пахнет, конечно, странно. Да, пахнет такое ощущение, как будто я какую-то фигню. Лучше не буду нюхать. Короче, я не знаю, от чего у меня была точно аллергия, но когда я делала вот этот маникюр, кстати, он так убого выглядит, капец. Короче, хотя Алиса сказала, что когда я ехала в лифте вместе с ней, она меня встретила в лифте, но ей понравилось. Ну, цвет прикольный, но у меня аллергия от этого лака началась, поэтому... О, кстати, да...
Мне кажется, это... удобно, удобно. Слушай, это может быть не nail, это для того, для рисования. Это для рисования, наверное. Ну вот, я... На картинке он был в два раза меньше, чем вот сейчас. Серьезно. Ну ладно. В принципе, наш... Когда у тебя немного кисточек. Я не знаю, из-за чего-либо из-за самого лака, но я думаю, что из-за лака у меня все началось, потому что я обезжиривателем этим пользовалась ранее. И когда делала маме, все было нормально. Как только я начала вот этим лаком... Короче, аллергия на лак у меня началась именно не по пальцам, а по слизистой носа. Я Алисе рассказывала, я даже ночью толком не могла заснуть. Это было ужасно. В тот день, когда я делала себе маникюр перед днем рождения, да, я заболела тогда, и мне, ну, как бы и так я заболела. Хотя у меня не было никакого раздражения в носу. Блин, это реально как убого выглядит. Это рука для того, чтобы сюда вставлять типсы. Они как-то здесь вставляются уже, да, специально. Да. Короче, и тренироваться. Это советуют в нейл-школе. Я не училась в нейл-школе, не знаю, но она так реалистично выглядит, ребят, реально. Мне кажется, что вот эта штука, она не должна откручивать и куда-то ставиться. То есть ее просто вот так кладешь и делаешь. Да. Мне кажется, это так неудобно. Согласна. Типа, я просто вчера думала, она заказала вот эту руку. И по идее, это, ну, я думала, может, куда-то фиксировать надо. А есть с фиксатором, но они дороже. А, фиксаторы есть все-таки. Короче, вот это намного дороже вариант, чем я видела на Shein. Я на Shein просто увидела тоже подобную руку. Смотрите, сколько у нее классных блестяшек. Это именно блестящие такие лаки. У меня здесь из всей вот этой палитры есть только вот этот, ночная Москва, Арбикс. И это... красный. А, и красный, да, тоже Арбикс. Это ночная Москва. Мой предыдущий маникюр был сделан этим лаком. И вот этот красный, это... Нет, это не этот. Подожди, тут нет такого цвета. Ты чё? Есть. Если мы не разные заказали. Скорее всего, ты заказала, наверное, случайно не тот. Короче, из блестяшек у нее еще вот такой красный есть, прикольный. Я знаю, что освещение здесь не очень, но мы включили свет, кольцевую лампу Алиса пока не нашла. Но ничего страшного. Лаков у нее, чтобы вы понимали, сейчас покажу. Короче, почему я говорю, что у нее здесь как студия маникюра? Потому что смотрите, сколько у нее лаков. Она себе эксперименты делать будет, ну, на ноготочках. Сейчас у нее отрастут, она сказала, ее нормальные ногти. О, кстати, оказывается, можно в этом телефоне как-то задерживать фокус, и будет он только на тебя, блин, я думаю, как люди так делают? Если что, я не просто так сижу, просто мне Алиса сказала пока сидеть и разговаривать, она все сама делает. Короче, смотри, сколько у нее лаков. Вот это все, вот это Арбикс фирма. Там остальное это другие какие-то фирмы. Короче, мы Fox заказываем на Озоне, заказываем других каких-то, я на Велберис еще. А, Фокс еще вот этот вот. Блин, прикольно. Они, походу, не подходят. Какая-то фигня, слушай. За 700 рублей, блин, это я в шоке. 700, походу, а, смотрите, а еще определенные типсы надо покупать, походу, для этих. Да. Жесть. Короче, смотрите, я сколько помню. Блестяшек. Сейчас я встану. Ой, господи, чуть не упала. Смотрите. Это блестяшечки. Вот это ночная Москва, вот он черненький. Очень красивый цвет. Зеленый, там еще какие-то. Фиолетовый, темно-синий, кстати, бомбический. Вот этот темно-синий мне очень нравится, вот он, его видно. Фиолетовый тоже неплохой. Короче, она, в принципе, заказывала тут, по-моему, Арбикс большинство, да? Угу. Это аппарат, чтобы делать маникюрчик. Еще. Это лампа. Ой, кстати, у нее такая лампа прикольная. У меня просто обычная, я не знаю, ей, наверное, лет 11. И я ее достала, чтобы делать маникюр. Замечательно. Это она купила на типсы, чтобы наклеить наклеечки. Там какие-то блестяшки. Это лампа, ей ее подарили. Да, когда за окончание учебы или нет? За определенный заказ. А, еще раз извиняюсь, да. А что тебе, кстати, подарили в школе? Я так и не поняла. Так, мне подарили какую-то базу. Или праймер, не помню. Потом масло для кутикулы, сертификат. Подарили, да. Подарили, когда ты купила, ну, это. По мелочи. По факту ты как бы это все купила, можно сказать, я думаю, за эту сумму. То есть это логически, если подумать. Я просто смотрю, он такой, реально такой огромный. Это типа сюда руку, наверное, так класть было, чтобы удобно он клиенту. И я реально думала, что он вот такой маленький будет. Типа вот этой части нет, а есть только вот это. А он такой здоровый, нифига. Ну, кстати, стоит он, если честно, не так дорого, как я думала. Ты мне скинула ссылку на него, я такая, офигеть. Плюс еще здесь мешочки даются. Их можно там стирать, не выкидывать. Это реально когти. Дай-ка посмотреть. Я поняла, да? Сейчас. О, вот. Смотрите, какие когти. Реально, это вставляется. Но мне кажется, что они будут отпадать, если будет неудобно делать. Короче, либо от этой фирмы нужно смотреть, либо же, я не знаю,
Либо что-то за фигня. Либо, да, либо подарок. Ну, пластилин буду клеить. Гениально, слушай. Купил пластилин. Смотрите, как потемнело. Офигеть, я приехала 2 часа назад уже. Но тут красиво. Видонный район красивый, согласна. Угу, да. Еще у людей гирлянда все еще, прикиньте. Мне очень нравится, комфортно, уютно. Вот эта лампа мне не нравится, честно. Это какой-то цветок, но он настолько не дает свет, что люди, когда делали в этой квартире, они подразумевали, типа, что здесь... Это же гостиная, сюда нужно гостей приглашать, но... Еще вот это все, это не Алиса оставила, это хозяйка квартиры. А вот это, если честно, где мы сейчас сидим, это балкон, но его просто убрали и утеплили. Поэтому выглядит как дополнительная комната. Ну так, как бы, по сути, это можно было сделать дополнительной комнатой, но они просто убрали стену. Моя сезонная паленая, по-моему. Почему ты думаешь, что она паленая? Как понять, что она паленая? Не знаю, 1000 рублей стоила. У меня тоже 1000 рублей. Вот, ну, типа там, кстати, вот и хорошо расположены, вот. Ну-ка, дай-ка позори. Давай просто так сделаем. А, вот так открываешь и все. Ну, а видишь, у меня тут уже заляпалось. Ой, у меня белые, и у меня вот именно посередине все лаки видны. Когда включаешь лампу, да. Все лаки видны. Они такие еще, особенно если неоновый какой-нибудь цвет. Ну, вообще выглядит она нормально, я не знаю, что и ты говоришь. Подарок мне дали. Это... 7+, кстати, насчет вот этих плюсов, я не знаю. А, да, слушай, она как-то странно выглядит. Во-во-во, да. Тут она оригинальная, да. Это 100%. Не обязательно железный должен быть. Может быть, пластиковый. У меня пластиковый. У меня я посмотрела в интернете, когда покупала, перед покупкой, точнее, я посмотрела, они оригинальные, поэтому нормально. Короче, мы с Алисой разбираем, вот, мы применение нашли коробкам, которые уже практически, ну, за исключением вот этой, и за исключением... А вот это уже пустая. Да, ее можно разрезать. Короче, мы разрезаем, ну, точнее, Алиса разрезает коробки. И вот эту еще чуть-чуть там осталось разобрать. Да. И что? Что? Пенал. Посетили мою коробку. Это крем, там, по-моему, крем. Там какой-то крем лежит, L'Oréal, мне кажется, что он протек. Нет. Короче, эту коробку легче выкинуть, знаешь почему? Потому что она рваная. Нафига она нужна? Да, и кстати, доставщик. Кстати, мы поняли, что здесь можно свет включить, поэтому у нас теперь это светло. А вообще мы все коробки и все пакеты определяем вот сюда под кровать, потому что, ну, здесь много места и вроде как свободно. Также, что мы здесь сделали, сейчас, секунду, широкоуголка. Как это называется? Рейл. Рейл передвинули сюда, и теперь здесь комод, потому что нужно было увлажнитель для воздуха сделать. Так что мы здесь потихонечку все делаем, мы включили музыку. У Алисы есть колонка Алиса. У Алисы есть колонка Алиса. Вот такая вот. И она нам включает музыку. А здесь мы не так много. Короче. Спасибо. Спасибо. Короче, мы здесь много чего уже поставили. Да, здесь небольшой бардак, но это nail бардак. Вообще будет очень красиво со временем, я считаю. На улице очень сильно потемнело, но мы ждем еду. У нас еда должна быть в 19:05, что ли, да? Сейчас 18:55, но пока никого нет. Также мы поняли, что это фикус. Его нельзя, кстати, все цветы нельзя переставлять, а их здесь несколько. Также нашли кольцевую лампу и штатив. Пылесос, робот. Но, к сожалению, так получилось, что Алиса, походу, забыла все... Эти, как их зовут, провода на старой квартире. Это вот, кстати, я ей вот эту открыточку дарила. Я на Новый год Алисе дарила подарочки прикольные. Короче, она открыточку даже сохранила. Это так мило. Боже, айфоновская коробочка. Господи, сколько всего. Это от предыдущих наушников коробка, да? Да. Нафига она тебе нужна, если там нет? Прикольно. Обожаю. И, кстати, у нее такие классные наушники. Это про-версия. Ну, чехольчик не очень, как бы уже. Я не люблю белые чехлы. Почему? Потому что они все такие грязные становятся со временем. А сами наушники как бы такие белые, да? И коробка вот эта мне нравится. Она такая прикольная, такая большая. Здесь, кстати, вот Алиса говорит, что неудобно вешать куртки. Реально не очень удобно. И, во-первых, очень высоко. Блин, я с моим мелким ростом не могу прыгнуть наверх. И вроде пока все. Ну, в общем, Алиса обживается. Мы уже настроили пылесос. Так что пылесос работает. Пропылесосили. Ну, точнее, Алиса, да? Вообще прикольно, если бы вот эта кладовка, она работала. Ну, можно было, точнее, тут замочек, видите, хозяева не разрешают. Можно было бы реально коробки и все остальное туда запихнуть, но нельзя. Так что коробки у нас будут жить там. Надеюсь, что там никто не живет. Да, реально. Я так подумала, вдруг там кто-то есть, но там никого нет. Короче, мы разбираемся. Господи, ты опять что ли навернулась там? Не, мне упали таблетки чуть ли не под что-то.
Сюда таблеточки положили, там холодок. Кстати, холодильник очень прикольный, такой большой. Хозяева магнитики оставили, зачем, не знаю. В общем-то, тут небольшой беспорядок, но мы уже так начинаем обставлять. Здесь, кстати, у Алисы чаи теперь. Я определила все чаи, которые я нашла в коробке. Надеюсь, что это вроде как нормально, ровненько. Что-то там, кстати, было от хозяев, большинство. А что-то Алисина, так что вот, оставили. И здесь тоже поставили какая-то посуда от хозяев, какая-то посуда Алисина. Также мы практически, ну так, случайно начали нажимать кнопочки, практически разобрались с индукционной плитой. Здесь, кстати, можно... Как эта хрень называется? Посудомойка, во. Короче, потихонечку начали понимать, как тут включать все. Скоро приедет, надеюсь, еда, я обязательно покажу. Ладненько, здесь просто освещение, только вот здесь хорошее, поэтому я хожу здесь. Итак, ребят, у нас уже вот столько время. Мне разрешили до 21 здесь сидеть, а завтра я еще, возможно, ну, я надеюсь, что все будет хорошо, и завтра я еще приеду к Алисе, если она будет не против, потому что она все равно одна. Мы заказали, Алиса заказала якиторию, я никогда ничего там не заказывала, никогда ничего не ела, да, мы будем кушать вилочками. Смотрите, какая прелесть, как это называется, это суши, да? Роллы, по-моему. Или это роллы. Короче, я постоянно путаю суши и роллы, как они выглядят. Пускай будет это и суши, и роллы. Вот так вот это вкуснятина выглядит. Обзор на еду, девочки. Имбирь. Никогда не пробовала. Это я попробовала, соевый соус. Я всегда думала, что он такой горький, а он, ну, как солененький. А это еще, мне кажется, зависит от фирмы. Возможно. Ну, короче, это ехало к нам больше часа, да? Капец. Мне кажется, часа два или три. Не-не-не, три точно нет, ну, полтора часа точно. Также мы пытаемся войти в YouTube. Мы вошли в YouTube, господи, гениально. Отмена, отмена. Также нам дали пакетик. Курьер отдал за буквально 2 секунды ей заказ. А ехал больше часа, наверное. Гениально, все, мы пошли есть. Мы решили пофоткаться для обложки. Смотрите, у Алисы лампа кольцевая, она круче, чем у меня. У меня только 3 цвета, а здесь можно... Это, короче, голубой цвет, как бы так показать. Он голубой-голубой. Вот, короче, как вы видите, вот здесь отражение. Такой цвет и в жизни. На камере он почему-то белый, видите? Мы выключили специальное освещение. О, вот смотрите, такое все голубое. Класс, смотри, такое голубое все. Да, только на камере он белый, а в отражении видно, что он темно-синий. Алиса придумала какой-то лайфхак. А с запахом? Да, это лаванда, клубника есть, ваниль. Это мусорный пакет, ребят. Хозяйка просто оставила. Ой, она разболтана, поэтому не держится. Ну, блин, если честно, эти кольцевые лампы не такое говно вообще. Только если качественно покупать. Да, но я купила, у меня стоило 1000 с чем-то, по-моему, ну, практически 2, и тоже не очень, да и хорошее качество. Я не знаю, где покупать вообще лампу нормально. Я тоже не знаю, в городе у нас стоит очень дорого, если брать, поэтому я брала на Валберес. Сейчас я кое-что сделаю. Давай. Вот, мы там быстренько так покушали немного, мы быстро очень наелись, если честно. Но было вкусно, так что спасибо огромное, особенно спасибо... Я выскочила от таких перепадов. От перепада температуры, да? Блин, пакет. Не, реально, пакет пахнет вкусно, как ароматизатор. О, все, можно... Смотрите, как красиво. Ну, в темноте, правда, возможно, не очень будет. Если со вспышкой только. Ну, можно и так. Давай попробуем так. О, блин, сразу в глаза такое... Сначала все розовое в глазах, а потом желтое. А на камере он просто белый. Чисто-чисто белый, да, реально. Розовый. Ну, такой слегка розовенький. Белый. Ну, это понятно, красный. Это сразу в ТикТоке популярны такие всякие хрени. Но я как бы есть в ТикТоке, но я там не сижу. Но в Инстаграм выкладывают некоторые. Вот эти всякие фиговины, они реально такие... О, прикольный. Класс. Но на камеру он как-то странно смотрится. Прикольно. Че, давай обычный попробуем? Да,